Вот это особь. Ох, здорово какой. Ну какие красавцы. Засекся в эти вот все четко, как бы вот так попался, полностью ему губу прошило. Вот. Ну обманку вы, наверное, видите, такой крутится, крутится. Обманку видите какая? Взял на верхнюю обманку, вот губа, вот крючок выходит вот так, все четко. Ух ты, ну да, вот это сила, сила, чтобы выдержать, приходится держать. Ну вот она, баночка. Ну тут сразу надо усыпить его, так вот, палочкой, чтобы рыбка не мучилась. Это, которую отпускаем, так ту отпускаем. А чтобы рыба не мучилась, мы должны это все сделать четко. Страдания лишние не нужны. И потом принесем, он у нас будет в кане мягкий. А тот, который сам уснул, он будет такой уже, как застывший, понимаете? Обманочку я заменю. Вот эту. Она мне не нравится как-то. Крючок не острый. Поставим вот такую. Вот с таким крючком. Тут видите, жало маленькое. Поэтому, возможно, срывы. На этом крючке жало достойно, если зацепился. Но он, вот видите, толстый такой, неприглядный. Поэтому ставлю вот эту. Вот, смотрите, видите, опарыши шевелятся. Красиво очень и соблазнительно для рыбы. И верхняя баночка получилась вот так. Так, откручиваем удилище. Баночку так. Подкручиваем. Подкручиваем. Так, давайте. Вот он красавчик. О. Давайте смотреть, что как у нас тут взялся он. Взялся он у нас, опять же, на верхнюю взялся. Эх ты. Вот, сошел. Взялся на верхнюю. Давайте обмоем его. Вот он харюс. Ах ты, красавчик. Вот он, корсар наших водоемов. Ну тут надо соблюдать тишину, конечно, чтобы ловить, рыболовиться в покое. Вот такой красивый. Маночку как бы он не тронул. Там даже нет смысла подсаживать, видите, черненькая. А это, видите, надо, чтобы один опарыш шевелился. Вот этот длинный оборвем сейчас. Вот этот длинный оборвем и подсадим еще один. Ну кто тут? Ох ты, блин! Здоровяк сошел. Скуда бросила вверх. Видите, теперь тут вот борода получилась. Будем распутывать бороду. Я тут взял. Надо было, короче, отойти вон в ту сторону. И поспокойно его сюда выбил. А я на себя. Поймали паденочку, короче, вот. С крылышками. Поднасадили.